Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. И, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами боксом. Называется leadfaucet.in. Новый Shiba Uni или Uni. Как-то так. Здесь переведите на русский, почитайте, если вас заинтересует. Регистрация здесь наипростейшая. Email, username, два раза пароль, разгадываете капчу, нажимаете регистр. Не помню, друзья, приходило мне письмо на почту или нет. Вход по email и паролю. Так, подождите. Сигнал. Так, разгадываю капчу. Лестница. Подтверждаем. И заходим в кабинет. Не всем этот бокс подойдет, но он, друзья, абсолютно без вложений. И почему не всем он подойдет? Так как здесь вывод идет только на платежную систему Coinbase, друзья. И здесь вот криптомонетка, вот эта Shiba. Я вчера искала информацию, перелопатила весь интернет. Столько информации по этой монете. Она меня, конечно, зацепила. И минимальный вывод отсюда от 10 центов. Вот именно вот эта Shiba. Остальная криптовалюта минимум 0.25 центов. Опять же таки на кошелек Coinbase, друзья. У меня же пока еще 2 цента только набрано. Вот. Сюда мы будем кликать, например, вот как я вот эту буду монетку выводить Shiba. Сюда пропишу email адрес. Так. Ага, здесь валет адрес уже написан. Почему-то. Видим, да? Но здесь вот написано email адрес. Вот. И минимум здесь написан 0, но минимум вот здесь написано, ребятки, 10 центов. Вот. Вот сюда буду прописывать email. Сумма стоит по умолчанию и выводить. Это следующее видео будет по выводу денежных средств. Значит, на сегодня у меня было 9 рекламок. Сейчас у меня еще одна появилась. Давайте пройдемся по порядочку, по меню. Значит, это домашняя страничка, вкладочка «Рефералы», находится наша партнерская ссылочка для приглашения, кому надо. Вот здесь, обратите внимание, точка вроде, и точку не надо. Вот она, наша партнерская ссылочка выделена красным. Так, далее что? Автофаусет, как всегда, доступен тем, кто просматривает короткие ссылки. Есть обычный кран, доступен один раз в минуту. И здесь 100 сборов в день, 100 клеймов. Разгадываем капчу. Пропустить светофоры. Подтверждаем. И кликаем. И вот такое количество монет мне засчиталось. Окей. Далее что у нас идет? ПТС. ПТС здесь предостаточно. Я вот оставила как бы одну для видео. Все просто. Кликаем на вкладочку. Ждем, когда таймер закончится. Опять разгадываем капчу. Дымовые трубы. Так, где у нас трубы? Так, наверное. Подтверждаем. И кликаем на зеленую вкладочку. И вот столько токенов нам засчиталось. Окей. Все. Ну, в принципе, здесь больше ничего и не надо. Депозит я не делаю. Здесь рекламку я опять же таки не даю.
профиле, если только изменить пароль. В истории пусто. И вот, как я уже сказала, минималка здесь от 10 центов. И я зашла на Coinbase, я сохранила, нашла вот эту монетку с шибой у нее и сохранила ее. Добавила в избранные монетки. Вот это вот мои активы. Когда я выведу вот эту монетку, она покажется, уже появится в моих активах. Пока она у меня в избранных. Как бы, чтобы она у меня была здесь на виду. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Все показала, рассказала. Минималку наберу. Обязательно я проверю ее на вывод. А так можно кликаем на любую криптовалюту, например, биткоин. Тоже, видите, обратите внимание, написан mail адрес. Значит, нужно прописывать электронный адрес будет. Ну, я проверю на вывод. Запишу видео, естественно. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. Кому интересно, работаем, неинтересно, проходим мимо. Пока-пока.